с правой стороны. С левой стороны мы сейчас увидим с вами вот на углу двухэтажное розовое здание в стиле модерн начала 20-го столетия. Бывший особняк купца Сатова. Чудесный дом сохранился, и на первом этаже все время было торговое помещение. Второй этаж был отдан и под доходные дома. Доходные дома были апартаменты хозяев, но комнаты в хозяйские в советское время были переоборудованы под коммунальные квартиры. А вот теперь налево, если мы посмотрим, видим чудесный корпус, построенный в начале 20-го столетия главным архитектором Сальхо для гостей города. Это бывшая гостиница «Москва». Его же работу мы видим с правой стороны, ансамбль корпусов конца 19-го столетия. Их сейчас занимают городские комитеты, городские депутаты. И вот с правой стороны въезд на территорию правительства Саратовской области. Дума, правительство, мэрия. Проезжая по улице Горького, очень много работ можно встретить Алексея Сальхо. Он занимал у нас пост главного архитектора на протяжении 20 лет, на рубеже двух веков, 19-20. Но творческой деятельностью, профессиональной деятельностью занимался 47 лет. Он много, конечно, строил. Его работы являются